Всем привет, с вами Лара Шум. Сегодня наше видео будет вот таким вот коротким, но очень саркастическим, я бы так сказала. Обратите внимание вот на эту дорогу, на машины, которые здесь ездят. И теперь внимание на спортивную площадку. Это видео специально снимаю для людей, которые сидят в своих кабинетах, отращивают животы и не занимаются спортом. Ну, вы, наверное, видимо, такие продуманы большие. Вот интенсивность, понимаете? Вот там вот еще идет дорога, полоса. То есть интенсивное, хорошее такое движение. Понимаете, за какой здесь воздух? И, внимание, площадка для спорта. Вот тут вот поликлиника. То есть ты позанимался, испортил свои легкие, пошел сразу в поликлинику делать флюорографию. На этом приколы не заканчиваются, ребят. Здесь парк. Вот через дорогу, если перейти, здесь парк. Грязный, неухоженный парк. А где это? Это город Видное. Вот это вот заводская улица у нас идет, да? А вот это у нас спортивная площадка. Там парк. Вот перенесите вы эту спортивную площадку вот отсюда, вот туда. Сохраните вы здоровье граждан. Тем более пару метров. Я ни за что не буду заниматься на этой площадке. Я хочу беречь свои легкие. Вот и все, я хочу о них заботиться. Поэтому, если вы хотите заниматься, а тут есть люди, которые занимаются, позанимался, надышался углекислым газом, выхлопами машин, сразу пошел в поликлинику. То есть портить свое здоровье, пожалуйста. Дело каждого, дело личное каждого. Не смешно просто, вот не смешно. Вот сидит чиновник и проектирует. Ты сходи и спроси у людей, просто проведите соцопросы. Где бы вы хотели видеть спортивные площадки? Я хочу видеть спортивную площадку в лесу. То есть вот в ухоженном еще. Пожалуйста, хороший лес для пробежки. Сделайте вы там дорожку для бега, кататься на самокате. Сделайте и поставьте там хорошую спортивную площадку. Ведь спортивная площадка это хорошая. Там только паркрановских не хватает установок, и все будет замечательно. Итак, город Видное, улица Заводская. Господин чиновник, ну перенеси ты эту площадку. Фу. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, рассказывай своим друзьям. Пойду сделаю селфи.